Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про одеські проблеми. Зокрема, кілька днів тому ми говорили з головою транспортної комісії Одеської облради Романом Сеником про транспортні проблеми. Продовжуємо розвивати ці теми. Романе, вітаю вас. Доброго вечора. Сьогодні на депутат обласної ради. Транспортні проблеми, вони не є самі по собі не існують. Вони з чогось там витікають. Втікають, як ми вже говорили кілька хвилин тиждень тому, з того, що з себе представляє центр міста. Центр міста, хаотична забудова, взагалі говоримо про майбутнє історичного центру Одеси. Але, щоб говорити про майбутнє, ми повинні розуміти, що зараз із себе представляє історична частина Одеси. Чи можемо ми радіти за стан центру Одеси? Ну, мы бы хотели гордиться центром Одессы, потому что Одесса – уникальный город с большой историей, красивый, возле моря, и сюда приезжают тысячи, десятки тысяч туристов с разных городов для того, чтобы посмотреть Одессу, посмотреть, узнать, что такое Молдаванка, узнать историю Молдаванки, посмотреть, что такое центр Одессы. У нас же красивый вообще архитектурный ансамбль, и Одессу строили разные люди с невероятными, скажем так, вообще проектами, но сейчас мы наблюдаем, что весь центр Одессы, грубо говоря, рушится. Это прошли годы, и все те постройки, которые у нас, которым мы бы хотели гордиться, сейчас приходят в упадок, а за ними никто не смотрит, и этому есть ряд причин. Поэтому на сегодняшний день центр Одессы, это, к сожалению, уже не визитная карточка города, это уже больше стыд, и сегодня говорить о том, что мы как-то рвемся, чтобы город развивался в этом направлении, так далеко нет. Если вы помните, ну, скажем так, центр Одессы состоит не только из памятников архитектуры, но и из простых домов, которые построены еще там в дореволюционное время, и сегодня, конечно же, спустя столько лет оно все приходит в упадок. Но в 2019 году, как мы знаем, был принят закон Украины, который все дома переводит, скажем так, в управление ОСМД либо ЖКСов. И у нас на сегодняшний день в Одессе создано порядка 1000 ОСМД и порядка 4, почти 5000 домов, скажем так, обслуживают ЖКСы. Ну, скажем так, ОСМД имеют более приятный опыт. Как правило, это объединение в многоквартирных домах, а ЖКСы это, скажем так, обслуживают те дома, которые никто не хочет обслуживать, а сами жильцы не способны обеспечить те ремонты, которые накопились за эти годы. Получается, государство очень легко и просто вышло из ситуации. Просто переложило ответственность за состояние домов на самих жильцов. Ну, если посмотреть центр города, у нас очень много там трехэтажных старых домов, которые имеют столько проблем, что ну, у людей физически столько денег нету для того, чтобы эти все проблемы позакрывать. Одесский городской совет, разве что на бумаге показывает, что есть какие-то программы, хотя, скажем так, софинансировать работы с ОСМД не имеет права, ну и в большей степени не имеет желания. Поэтому помочь людям каким-либо образом устранить их проблемы фактически возможности нет. Людей бросили на произвол и ссылаются все время на закон о том, что теперь отныне обязанность содержать дома, обязанность его обслуживать, вывозить мусор и так далее, это ваша обязанность, жильцов этого дома. А то, что у вас нету на это денег, ну, значит, живите как хотите. Но дело в том, что можно было бы так плюнуть на все и сказать, ну, вот так вот будет. Но Одесса, она имеет огромную историю. Вот если посмотреть, есть такой рейтинг комфортности украинских городов, так вот в 2008 году, когда еще не все так проржавело и повалилось, Одесса была на 8 месте по Украине. По состоянию на сегодняшний день Одесса занимает 17 место. То есть с каждым годом все то, что мы не делаем, оно отражается непосредственно на улицах, на домах, и в результате мы скатываемся в самый низ, потому что городская власть тратит деньги не на то.
Але ми, коли ми говоримо про старі забудівлі, да, триповерхові, двоповерхові, вони якось співіснують з багатоповерхівками, які теж у нас ростуть, і немов там гриби після дощу. Як це взагалі один з одним? Ну, давайте будем честными и признаемся, что город ведет абсолютно ненормальную политику застройки и центра города, и набережных высотками. Да? То есть мы уже молчим о том, что абсолютно не соблюдается этажность, которая прописана в документах, что в центре города нельзя строить там, по 20 этажей. Но, скажем так, всегда на все можно закрыть глаза, если у тебя есть там собственный интерес. А мы говорим, например, о наших набережных, о французском бульваре, которые тоже, ну, мест, где видно море, осталось, ну, просто единицы. И я думаю, что за эти два месяца до выборов городская власть еще успеет эти места продать, и мы будем видеть вас с вами просто бетонные такие коробки, а море видно не будет. То есть будут видеть море только те, кто купили дорогущие квартиры с видом на это море. Это колоссальная проблема. Она ведет к ряду последствий. Например, набережные, да, то есть склоны, они разрушаются. То есть вот эти вот массы, тонны бетона, они давят на почву, и эта почва проседает и тянет за собой другие проблемы. То, что строится у нас, например, в центре города, без названия этих компаний, они сами прекрасно знают, что они делают, но строя одну высотку, вокруг просто валятся эти дома. Я, например, был у себя на округе в Приморском районе, и люди рассказывают, у нас из-за того, что строят высотку, просто вот посмотрите, вот еще недавно стена была абсолютно чистая, ровная. Сейчас вот посмотрите, такая трещина, можно пальцы засовывать. Некоторые застройщики для того, чтобы не было, извините, там вони в средствах массовой информации, приходят к каждому и за какие-то небольшие деньги что-то там ремонтируют, латают. Но глобальные проблемы не решают. А эта проблема, надо же понимать, что любая высотка — это нагрузка на сети. В старом центре, да, у нас ничего не менялось. Ни канализация, ни водопровод, ни электрический. То есть ни одна сеть не была приведена в порядок, то есть на те напряжения, на ту необходимость, которая вызвана уже с учетом новостроек, которые строятся в городе. К чему пришли дальше? Центр практически весь застроили, побережье застроили, уже застройщики пошли в частный сектор, там, где вообще строить нельзя высотки. Выкупают просто целые кварталы домов частных и просто строят высотки. То, что там до сих пор у нас в городе есть, то есть канализации не просто есть сливные ямы, да, то есть а как, каким образом, куда это все будет уходить? У нас есть прекрасный пример, тот же Радужный, да, вроде как не город Одесса по документам, вроде как Овидиопольский район, а по факту это город Одесса. Так. По документам нам рассказывали, что там будет и школа, и детский сад. В результате застроили так, что пожарная машина не может во дворе развернуться для того, чтобы, ну, если случится какая-то беда. В результате это нагрузка на те же наши сети. А сети чьи? Сети частные, тоже Облэнерго — это частная компания, Инфокс водоканал — частная компания, и так далее, и так далее. А люди, которые купили там не за дешево квартиры, они фактически живут в городе, не думают, куда устроить ребенка, как пойти в школу, как пойти в сад, на какой маршрутке поехать на работу, а это все нагрузка. И в результате мы видим, что генеральный план, который там принят у нас на сегодняшний день в Одессе, он на бумаге вроде выглядит даже неплохо, но по факту его никто не соблюдает. На него такое впечатление, что просто закрыли глаза, отвезли деньги выше стоящие структуры и построили то, что им захотелось. Окреме питання про стан існуючих комунікацій і про ремонт. Вже багато років є така нерадісна традиція, коли щось у нас можуть ремонтувати, ну, тижнями, місяцями. Розкопали, монтували табличку «Просимо вибачення» і нічого не робиться. Можливо, потрібно у колег там з Туреччини, з Китаю, з Канади брати майстер-клас? Ну вот действительно, живем же в 21 веке, и вот эти видео, которые нам всплывают в соцсетях о том, что китайцы умудряются за сутки перестроить целую транспортную развязку или за неделю возвести целую больницу из-за пандемии, да? Ну то бишь, все же очень просто. Просто потратьте там деньги, купите билет на самолет, попросите, чтобы вам чиновники с этой страны просто подсказали, как это работает. Знаете, в чем проблема? Я столкнулся. Проблема, она, ну скажем так, имеет свою цепочку. Значит, когда возникает какая-то работа, которую нужно выполнить,
Городской совет в лице своих там депутатов, чиновников ищет подрядную компанию, которая бы выполнила эту работу, то есть лоббисты, грубо говоря. Они этой компании подгоняют бюджетные деньги, и эта компания начинает что-то делать. Так вот, зачастую вот компании, которые заводятся под эти деньги, это вновь созданные или новосозданные компании, у которых нету мощностей, у которых нету ресурсов, которые бы могли, скажем так, аккумулировать у себя какие-то деньги, чтобы выполнять работу быстрее, а потом получать бюджетный ресурс. Вот в этом проблема. У нас есть такая проблема, она недалеко, это еще по моей каденции в областном совете, Киевская трасса, новая линия. Люди выиграли тендер в рамках цього великого будівництва на строительство пішохідного моста, который я лично добивался, его 3 года уже прошло, его строят. 25 миллионов гривен, там, с ліфтами, со всеми делами. Так вот, недавно случилась неприятная ситуация. У людей ночью строители украли всю, там, весь строительный какой-то материал. И они говорят, мы из-за этого, к сожалению, на месяц смещаемся по работе, потому что нас обокрали. И я сижу и думаю, ну как так? Что это за такая компания, которая просто, вот ее украли, у них там пару каких-то молотков, турбинку, дрель, еще что-то, перфоратор, и в результате они встали на месяц, и люди еще месяц будут ждать этот пешеходный переход. Вот в чем проблема. Потому что на сегодняшний день нету нормального открытого рынка, куда бы могли заходить нормальные компании, побеждать, получать тендер и работать. Все делается под частные структуры, которые иногда даже отношения не имеют к тем работам, которые выполняются. Ну а если говорить в глобальном плане, ну давайте тоже будем откровенными. Мы тему ЖКХ просто каждый божий год откладываем, знаете, вот так вот в сторону, как мы знаем, что это проблема, мы знаем, что нужно вкладывать деньги, но надеемся, что то, что было построено еще в Советском Союзе, еще как-то продержится. И эта болезнь нарастает, нарастает, симптомы где-то взрываются, и мы ремонтируем. Вот вам пример канатная, из-за которой стоит весь город, потому что раньше мы этого почему-то не смогли сделать. И в результате подошли к тому, что уже, наверное, в 2021 году мы будем тратить львиную долю городского бюджета только на устранение аварий. А не говорим о том, что мы надо будет тратить деньги на замену полную, на новые системы, понимаете, на новые сети. И как выходить с этой ситуации? Ну, мне кажется, есть несколько вариантов. Кредиты, которые берет Гадецкий городской совет, в большей степени должны идти на решение этих проблем. На этом, к сожалению, не попиаришься. Господин Труханов не прыгнет в яму и не покажет, вот эту трубу мы поменяли. Ему легче там возле Дельфи постоять, где деньги не нужно тратить. Или там сквер какой-то открыт, мост в парке Победы за 1,5 миллиона гривен открыть. Вот это да, это красиво, это на борт хорошо ложится, за это как бы вот похвалите меня и голосуйте за меня. А вот то, что вам, извините, в каждую квартиру приходит грязнющая вода и вонь стоит вокруг дома, на этом не попиаришься, потому что, во-первых, это колоссальные деньги, это долго делать, это потянет за собой в том числе дискомфорт в плане пробок по городу и так далее. Этим кто должен заниматься? Ну, это должен кто-то заниматься, профессионал. И вот на сегодняшний день существует ряд механизмов, которые могут решить эту проблему. Во-первых, почему город Одесса забыла про деньги Державного фонда регионального развития? То есть есть определенный объем ресурсов, который должен выделяться Одесской области, городу Одессе. Почему? Потому что все одесситы платят налоги, львиная доля бюджета уходит в Киев, в державный бюджет. И с этого державного бюджета мы по праву, по совести имеем право получить хоть что-то на развитие нашего города. Так называется Державный фонд регионального развития. То есть, а у нас этих денег нет. Почему? Потому что нету абсолютно никакой коммуникации власти. Они там вот не хотят с ними никак сотрудничать, а из-за этого, из этих политических моментов страдают просто одесситы. Второй момент, если вы уже не хотите иметь дело с госбюджетом, почему вы не занимаетесь правильным распределением кредитных денег? Вы берете вот последние 500 миллионов гривен, которые взял господин Труханов, и за который потом все одесситы будут платить, на что пошел? Пошел на предвыборную кампанию, на межквартальные проезды, на облагораживание каких-то территорий, парков, скамеечки, брусчаточки и тому подобное.
Да, это нужно, бесспорно, но это не является первой приоритетной целью, которая должна быть выполнена за эти 500 миллионов гривен. Следующий момент. Почему мы не рассматриваем инвестиционные какие-то деньги? Потому что на сегодняшний день людей, компаний международных, которые бы, скажем так, хотели вложить свои деньги, потом иметь какую-то прибыль, достаточно много. Почему? Очевидный вопрос. Не хотят пустить чужих в свое, в свой карман. Нет, традиции, мы же говорим. Даже не в дом, понимаете? Не в дом пускаем, а в свой карман. Потому что вот это мы сами делаем, как делаем, а через год оно там опять ломается. Но при этом мы вот как никого больше не пустим и лучше не сделаем. Сколько у нас было, у нас же до сих пор в тендерах не имеют права участвовать иностранные компании. Да ё-моё, 21 век, уже границы стерли, уже нам и без виз сделали, и все, что хочешь. Да посмотрите, турки строят в 10 раз лучше. Они приходят в нашу страну и говорят, дайте нам просто цифру в бюджете, что вы там через 5 лет нам вернете деньги. И мы уже сегодня сделаем вам эти работы. Почему? Потому что мы мощная компания, мы аккумулируем миллиарды долларов, мы можем себе позволить сделать работы наперед и подождать, когда вы нам эти деньги вернете, ну и даже без процентов. Вот и подытоживая, скажем так, проблематику, я вижу причину в том, что люди не на своем месте. В городской совет там собрались люди, которые банально просто приближенные, но это далеко не профессионалы. Да, есть люди, которые знают свое дело, но в большей степени, особенно в таких сложных вопросах, как ЖХ, там людей, профессионалов нет. Они не понимают, что делать, и они просто со страхом ждут, когда на очередной улице что-то там прорвет, и им придется перекрывать еще какую-то улицу, город тогда умрет вообще в пробках. Суворий, але справедливий діагноз від Романа Сеника. Я дякую за точку зору. Дякую за те, що насамперед є якісь механізми вирішування. Не факт, що нинішня влада їх почує, але, можливо, це будуть робити вже інші люди. Очень сильно на это надеюсь, потому что мы живем в большом городе, здесь очень много профессиональных людей, которые не просто близки к определенным группам влияния, но и которые позаканчивали университеты, которые сами писали свои дипломы и которые разбираются в этих сферах. И действительно очень надеюсь, что уже в новом составе городского совета будут действительно профессиональные люди. Вообще неплохо было бы, знаете, вот у нас, у нас мало времени, мы же только мэра выбираем и только депутата выбираем. Было бы неплохо вообще вот нам, молодым ребятам, инициировать вопрос, чтобы и таких руководителей, например, ЖКХ, руководителей транспорта, ключевых отраслей для жизнедеятельности города, чтобы люди выбирали. Чтобы выбирали, чтобы это была избирательная должность, как это за границей, там выбирают судью, выбирают прокурора, шерифа, там, полицию и так далее. Почему нет? Это же круто, когда к тебе придет настоящий профессионал или дилетант, и ты четко поймешь, вот этого мы никогда не поставим на эту сферу, что он ничего не понимает. А вот этот человек разбирается, он знает, что такое канализация, он знает, что такое водопровод, что такое счетчик, что такое электричество и тому подобное. Он профессионал, мы его знаем, мы его поддерживаем. Люди выбрали, и вот только в таком русле, только в таком направлении это что-то сможет сдвинуться. Пока будут свои, а не профессионалы, Диланы будут. Поэтому вот у нас грядут выборы. А что? Кто, главное, кто носитель власти? Народ. Поэтому и народ должен смотреть, кого он выбирает. Не одних и тех же проходимцев, а хотя бы чуть-чуть посмотреть, человек что-то умеет, где-то учился, какие-то даже можно дипломы посмотреть, какие оценки у него были, куда он идет, в какой комиссии он будет работать. Они же не знают даже, в какую комиссию он идет. Они просто идут, а там им скажут, что делать. Дякую, Роман. Спасибо вам, Виталий. Дуже цікава точка зору. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.